Добрый вечер, друзья, это Анапа. Сегодня я снова на хозяйстве и решил сегодня приготовить стейки. Так, ну, не получается у меня завязывать. Шнурки завязывать легко, а вот фартук завязывать, да еще на спине. Значит, продолжаем. И чтобы нам было веселее, чтобы прибавить романтизму в процесс приготовления, а приготовление пищи – это процесс творческий, я бы сказал, мы сейчас поставим вот этот рояль. Ну, откуда у меня этот рояль? Вы, наверное, знаете, кто следит за моим каналом. Это из моего кукольного театра. Итак, друзья, вы слышите? Вы слышите уже эту мелодию? Она будет сопровождать нас, пока мы готовим наш ужин. Так. Ну, собственно, здесь у меня яйцо. В эту тарелочку я насыплю немножечко манки. Немножко, не будем ее много тратить. Так. Собственно, это я уже сейчас вот нарезал. Ну, вот будут такие 4 стейка. И теперь я буду их сейчас бить. Так, но для этого Наташа говорит, их сначала надо поперчить и посолить. Так, хорошо. Соль мы возьмем вот здесь. Ну, баночка, конечно, не эстетичная, но тем не менее. Так, и солить я буду вот так. Хорошо. Переворачиваем на другой бочок. Так, смотрим. Так. Ну, отключим. И снова колотим. Залюбуешься, да? Так, а теперь открываем нашу кастрюлю цептор. Температура здесь уже у нас достигла зеленого поля и даже перешла через него. Ага, мы сейчас немножечко надо масла. Нет, сначала, сначала немножко масла. В цепторе можно и без масла жарить, но мы как бы так по традиции соблюдаем. Крышку можно, смотрите, как удобно ставить. Так. Так, это я, конечно, зря сделал. Так, быстро, загорелось. Блин, сейчас дыму будет. Так, теперь закрываем. Фух. Фух.
А теперь насладимся музыкой Вивальди. Ну, Вивальди, не знаю. Ну, пусть какая-то музыка играет, правда? Я пока даже, вот сейчас я не знаю, какая музыка играет. Ну что, тут у меня полный порядок, пока я готовил стейки, смотрите, все очень уже помыто. Тут мы видим, что на зеленом поле, то есть температура еще очень высокая, как раз годная для приготовления мяса. Пар ниоткуда не идет, дым не идет, потому что образовался водяной замок. Сковородецептор, и здесь сейчас, там идет теперь внутри этот процесс, то есть жарки, и волокна мяса пронизываются горячим циркулирующим воздухом, там он идет вот так вот, ударяется вверх, потом вот так вот растекается по стенкам и опять вот так вот, вот циркулирует и пронизывает, и пронизывает, и пронизывает, и пронизывает эти куски мяса, и они... Ах! Собственно, к такому можно готовиться, так скажем. Ну, на гарнир у нас есть гречка. Так что чай у нас уже заварен, и сейчас мы с Машей будем ужинать. Ну что, смотрим наши стейки. Дальше они получаются более красивыми, но я же делал их вот таким способом впервые. Поэтому, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите, как я готовил суп из щавеля и как я готовил уху из лобаня. Тут подписывайтесь. Всего доброго! До следующих встреч, друзья!